Доброе утро, дорогие друзья. Цветы на террасе. Если квартира не собственность человека, не принадлежат ему. И это принадлежит все фирме, которая сдает эти квартиры, или частным людям. И вот такие кусты должны быть по высоте не выше человеческого роста. Конечно, надо их постригать весной или осенью, но я решил подстричь этот куст, укоротить его, и наткнулся на гнездо птиц здесь. Вот оно. Я перестал это делать, потому что испугался, что птица эта улетит. Большие переживания у меня сейчас. Я несколько раз помолился за то, чтобы Бог простил меня, что я вмешался в жизнь этой птицы, ее еще не вылупившихся птенцов. И я никогда не думал, что на самом деле человек может так сильно переживать за такие вещи. Вот у меня есть такое переживание. И с одной стороны, конечно же, все надо делать вовремя. И постригать кусты. И неверные решения, неверные действия, они не просто приводят к каким-то неправильным решением, но они также из-за этого страдают и природа, и животные, и сам человек в том числе. Вот такие наблюдения